Евросоюз приостановил на 4 месяца санкции в отношении 170 граждан Беларуси, в том числе и президента Александра Лукашенко, а также его старших сыновей. Список опубликован сегодня. В официальном журнале ЕС попали и 3 белорусские компании. В документе отмечается, что решение принято после того, как в конце августа в Беларуси были освобождены все политзаключенные. Кроме того, в Евросоюзе отмечают, что в последнее время в двусторонних отношениях наметились положительные сдвиги. Срок введенных ранее ограничений, которые в первую очередь касаются въездных виз и активов в европейских банках, истекает завтра. В руководстве ЕС выразили надежду, что предпринятый шаг будет способствовать позитивному развитию диалога.